Очень люблю такую погоду. Лето, чурки, солнце, хачи. Я русский офицер. Россия, родина-мать. Люблю тебя. Здорово, братцы, приятного аппетита, дед. Привет, брат. Здорово, здорово, брат. Как зубик? Слушай, минус один зуб вырвали. Вот, у Димона вырывал? 32 года. У вообще лучшие врачи. У кого вырывал? Лучшие. Ну, у Димона в клинике, да. Димон? Вообще безболезненно, прям за 15 минут все удалили. Чик-поп, блядь, готово. Ну ты-то поздоровайся, они тебя постоянно спрашивают. Да я не хочу, ты меня опять выкладывать будешь. А что такого-то? Не хочу, убери камеру. Это люди вообще. Камеру убери. Амиран, дай пожрать. Поздоровайся с людьми, что ты? Да я не хочу с людьми, не надо меня выставлять никуда. Хорошие ребята, что ты? Да поздоровайся. Алико с нами, подъехал в нашу веранду White Rabbit. Сейчас кальяны ждем. В смысле, вашу веранду, братан, это Бёрн, наша веранда. А, ваша, конечно. Извините. Мы открыли ресторан. Ну, что ж ты? Пользуясь случаем, поклонники там Амирана, для кого там вот все записывают, приходите, вот Бёрн. Кальяны крошка. Поставишь? Бабки есть. Вид из гостиницы Four Seasons на побережье Майами. Обед, салатик, свиные ребрышки. Да простит меня Господь за свиные ребрышки. Я тут камеру включил, ты не против? Позагорай, да только что. Вот Ромыч пригласил позагорать у него на крыше. На крыше чего, Ром? Мы у тебя дома. Моего дома. Твоего дома, да, особняка. Будем бороду эту клеить или скажем, как есть? Скажи, как есть, что тут. На крыше спортзала, мультиспорта. Можно лежать, загорать. Вот как все люди тут сидят. Получать солнечные ванны, витамин А, опять же. Ты морковки поел, брат? Нет, надо было, да? Ну, конечно, чтобы загар прилипал лучше. А ты перед каждым загаром морковку ешь? Да. И морковки, и морковным фрешем запиваешь. Я была у косметолога вчера. Да, да. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Меня снимай. Давай. Ну ты подними там тоже. А для кого это? Я без лифчика, простите. Так вот. Тем более поднимай. А мне чего смотреть? Да, ладно. А я была рыжая, и у меня были длинные рыжая, волосы. Рыжая, вот. Да. А почему ты покрасилась? Рома, от всех дочек? А я не покрасилась, там мой натуральный цвет. От всех девочек тебе привет. А, хорошо. Даже тех, которых ты не знаешь. Им тоже. Все? Вся история? Что за Рома? А где хардкор веселье? Ты же вечно в путешествиях, там сколько Инстаграм твой не посмотрит, то ты там, то здесь. Слушай, самое интересное, спасибо. Все так говорят. А на самом деле не Рома так. Один Инстаграм, пусть подписывается на меня. И мне даже люди, с которыми я работаю, говорят, ты так типа не пались, везде летаешь с непонятными мужиками. Я говорю, ребята, какие мужики вон с Янкой летали на свадьбу к подруге? А кому летали? Касьяновой. А зачем эта съемка? Передай привет моим друзьям. А ты снимаешь? Да. Конечно, снимаю. Привет! Бодибилдер, что ли? Да, мощно, вот сюда надо. Амиран, я смотрю, ты сегодня мощно замотивирован. Скажи просто, а что тобой движет? Можно узнать? Я уже убился, просто 2 часа тренировки. 2 часа, брат? Ты ничего не путаешь? По-моему, ты 2 минуты назад пришел. Да я им бороду поклею, блин. Что тобой движет, брат? Приходи сюда на площадку и тренироваться каждый день вот так вот, как ты ушатываешься по 2-3 минуты. Слушай, ну просто, ответ простой. Я веду свой канал, и надо поддерживать себя в форме. А, хорошо, ответил, молодец. Ну ты как, набрал форму, доволен уже? Я же как бы пытаюсь быть примером и мотивацией для молодых ребят. Ну давай взорвись тогда, что там, сколько раз, по сколько у тебя идет? Там много. 3 по 2? Пойди. Давай, пошел. Друзья, берите пример с Амирана. Вот человек любит ЗОЖ, реально. Каждый день правильное питание. Турники. Турники. Что там еще? Дробное питание у тебя, да? 6-7 раз в день. Да, все верно. И только белок, никаких углеводов. Молодец.
быстрые углеводы исключаем и на турник. И пошла вода горячая. 49. 50. Ты заебался. Брат, красавчик. По воркауту будешь выступать? Да, конечно. Когда соревнования? Там нормативы будут, по трем нормативам. Красавчик. FIFA 2015. Играю перед сном, мне очень нравится, прикольно. Последнюю FIFA, которую я играл регулярно, это была 2010 или 2011. Там все было намного проще, хуже. Сейчас и графика круче, и геймплей, и вообще физика лучше намного стала. Добавляйтесь, друзья. Никнейм у меня Amiran335. Пока народу мало, поэтому с каждым, кто добавляется, играю с удовольствием. Дальше будет физически тяжело, когда вас будет много. А Twitch, создал свой канал на Twitch. В описании все ссылки укажу сейчас к этому видосу. Смотрите внизу, везде подписывайтесь. Осталось купить карту видеозахвата, и можно будет стримить, общаться, ржать, угорать, играть. Мне кажется, будет прикольно в свободное время всем собираться и играть.